Всем привет, ребята, с вами Рома Кандемир. И сегодня бы хотел бы вам показать, как сделать с помощью Sony Vegas Pro таймлапс. Для таймлапса нам необходимо сделать фотографии. И очень много фотографий. Фотографии я уже сделал. У меня получилось 1377 фотографий. Это достаточно для нормального таймлапса. Фотографии я сделал с помощью программы DVD Video Soft Free Studio. Очень хорошая программа для того, чтобы из видео делать фотографии. Очень советую вам. Так, заходим в Sony Vegas Pro. Открываем файл. Открываем папку, на которой находятся фотографии. Вот сюда. Нажимаем на первую фотографию. После того, как мы нажали на первую фотографию, здесь мы видим, сколько у нас фотографий. 1377 фотографий. Обязательно нам надо нажать вот в эту ячеечку, открыть последовательность. Если вы не нажмете на эту ячеечку, то таймлапс у вас не получится. И открыть. Как видите, вышло у нас вот такое окошечко. Здесь мы должны выбрать частоту кадров. Частота кадров, думаю, останется 29 970. Это самая хорошая частота кадров для таймлапса. Так, поворот. Больше нам ничего не нужно. Нажимаем ОК. Установить параметры видеопроектора в соответствии с данному медиафайлу. Да. Должны нажать да. Вот у нас получается такой вот таймлапс. Если нажмем play, то у нас уже получится такого вида таймлапс. Дальше уже выбирайте сами свои любые характеристики, которые вам больше всего нравятся. Можно даже увеличить скорость этого таймлапса. После того, как вы сделали таймлапс, нажимаем на файл, визуализировать как. Выбираем имя, в какую папку вы хотите направить, чтобы сохранилось. Здесь вы выбираете качество, сколько FPS вы желаете, чтобы у вас было видео, и нажимаете ОК. Вот у меня есть уже с таким именем, давайте поменяем. Например, напишем видос. И начать. На этом видеоурок закончился, ребята. Если вам был очень полезен этот урок и вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте обязательно. Мне будет с вами очень приятно пообщаться и ответить на ваши вопросы. И до новых встреч. Пока-пока.